сумасшедшая, она моя, шалалала. Огонь вообще. А так, подожди. Друзья, всем здрасте. У нас здесь Настя Тюрина из Тамбова. Она играет на балалайке с 4 лет. Сколько тебе сейчас? Мне сейчас 8. Исполнилось недавно. О-о-о, ты уже взрослый балалайчик. Тебе нравится такая прическа? Да. Ты знаешь, что это рок-н-ролл? Да. Ты сейчас настоящий рок-н-ролльчик. Ты в курсе? Угу. А можешь научить меня играть на балалайке? Да? Вот так? Но там мне когда рука болит, я так делаю. Просто. Угу. Желаю тебе удачи. Беги на сцену, удивляй всех своим талантом. Я в тебя верю, у тебя все обязательно получится. Вперед. Спасибо. Вперед. Настя, ты просто звезда, ты знаешь об этом? Ты как рок-музыкант вообще играла. Мне кажется, что если бы здесь был стадион, то он бы весь стоял и тебе аплодировал. Хорошо. Скажи, но вот такое рок-настроение было у тебя в этой музыке, ну, да? Ну, да. Что ты на своей балалайке играла как на рок-гитаре. Ну, ощущение у меня такое было, да. А это в связи с чем? Это у тебя такое настроение или тебе показалось, что Паганини был рокер в душе? Нет, у меня настроение такое. Мне кажется, что ты абсолютно открытие у нас сегодня, да, Денис? Ну, абсолютно. Настя, добро пожаловать в нашу семью. Ты абсолютное открытие, конечно же. 8 лет и играть с таким совершенством техническим на этом сложнейшем инструменте, на самом деле. Безусловно, Паганини был рокером, Даша, ты права. Абсолютно драйв во многих его каприсах, и не только в этом самом знаменитом 24-м. Мы тебя поздравляем и приглашаем уже автоматически участвовать в нашем концерте, который будет совсем скоро. Спасибо. Даша, я фанат прически. Прическа классная, да? Да, надо... мне нравится Кэнди Бобер вот этот. Слушай, я сделаю себе в следующей передаче такое. И Коля тоже выйдет. Обязательно выйду с такой прической. Принимать экзамены в Академии Вагановой. И с электробалалайкой. Настя, я знаю, что ты рыбалку любишь. Это такое удивительное для девочки занятие. Там же терпение нужно, сколько пока эта рыба клюнет. Или ты играешь на балалайке, и она сразу клюет? Нет, у меня
Там терпения мне особо не нужно, потому что она быстро. Быстро клюет? Почему-то да. А обычно эти дяди сидят, долго ждут, а у тебя быстро клюет? Угу. Ну, видишь, потом расскажешь секрет как. Светлана Борисовна, вы же по Ганине тоже играете? Да, и конечно. Тем более, я так рвалась уже прямо во время игры сказать, какая энергетика. Как ты зажигаешь, Настя, это был блеск. Это потому что такая натура. Дашуль, действительно, Паганини был рокером. Спасибо, Светлана Борисовна. Настя, огромное тебе спасибо. Ты действительно открытие. Спасибо большое.